Дорогой Игорь, сейчас глубокая ночь. Уже 2 дня, как тебя с нами нет. И завтра уже будут похороны. Я хотел бы проводить тебя как настоящего творческого человека аплодисментами. Но, к сожалению, я далеко, и меня не будет на твоих похоронах. Поэтому я хочу подарить тебе песню. Песню из нашего с тобой детства. Мы ведь с тобой одного поколения. Песню, которую ты тоже очень любил. Ты знаешь, я, честно говоря, ее специально для тебя разучил. Только что буквально. Поэтому здесь даже ноты стоят передо мной. Я не хотел это откладывать. Я не хочу эту боль, которая во мне живет, в связи с твоим уходом. Я бы не хотел ее оставлять на потом. Самое удивительное, что мы с тобой в реальной жизни даже никогда не встречались. Но таких друзей, таких людей, которые так бы меня понимали, понимали бы мое творчество, понимали бы ту искру, которую вот я бескорыстно так несу, и именно ты точно так же бескорыстно ее нес, и, пожалуй, вот этой искрой зажегся, загорелся наш с тобой диалог. Ты узнаешь эту песню. Это ветер перемен. Пусть в твоей новой жизни сейчас будет ветер перемен, который сдует всю шелуху, который мешал тебе быть собой, жить своими переживаниями в этом грубом, жестком мире. Я очень много потерял с твоим уходом.